вот, ребята, поймал голуби. Покрывались, сейчас вынырнули. Стали блестеть, и благодаря облачку поймал их. Вот сейчас подержу. Высоко пошли. Хищник не дает летать. Вот сейчас отдалю, покажу, как они находятся, на какой высоте. Потом покажу хищника. Вот там где-то они стоят. А вот прилетели вот эти два гада, которые не дают летать. Вот они каким, какой расцветкой, всегда в паре работают. Такие, как на крыльях прямо отметины, как круги какие-то. Хвосты бывают красноватым оттенком. Вот они двое. Поднимают птицу высоко, вообще не дают им садиться. Двое вверху, двое внизу обычно работают. Вот вот эти сейчас парочкой стоят, вот они. Сейчас, если наведу, поймаю. Вот они. Вдвоем с собаки. Подымут птицу, уйдут. Птица начинает осаживаться тут как тут. Атакуют систематически. Не знаю, кто-то двое находится с ними, но было только что четверо. Вроде бы думал, уже хищник пропал. Выпускал так раз в неделю для проверки неба. Было спокойно последние дни. Ну, вот теперь опять. Явно заметил, что они присутствуют. Так, будем искать голубей. Смотрите, ребята, как голуби начинают поодиночно высыпаться. Голубей вообще стайки не вижу. Голуби в покрытие ушли. И видно, хищник их там долбит. И вот уже сколько штук, 5 село. И вот один так резко нырнул и на посадку пошел. Да, 5 штук тут их. И вот 6-й в панике носится. Обычно дружненько садятся, так же как стайка и поднимается, так и садятся. А это, конечно, голубки в стрессе, каждый пытается спастись. Где он их там крутит, я не знаю, мне не видно снизу. Очень высоко ушли покрытия с ними. Вот это единственное, поодиночное я вижу, что голуби вынырнул резко вниз, вниз, вниз сел. Вниз, вниз сел. Сколько их тут уже? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Остальные очень высоко, я их не вижу. Временами вижу, выныривают орлы. Их не вижу. Только как подуспокоятся, потом появляются они. Ну, сейчас поищу. Постараюсь зацепить, кто там из них остался. Может, стайка разбита уже на несколько стаек. Сейчас будем искать. А вот еще один соскочил в панике. Носится. Тоже резко сбрасывая высоту. Обычно стайкой плавненько садятся. А это видно, что голубок паникует. Пусть, конечно, сбрасывается даже поодиночно. Тут уже как бы не до красивых полетов, а просто как на выживаемость полеты. Пусть лучше сбрасывается, спасается.
Ну а хуже, когда они, конечно, будут выжидать, пытаться переждать его вверху, потому что погода меняется. Все-таки осень, может небо затянуть. Погода может каждый час поменяться. Основную стайку я так и не вижу. Высоко поднялись, пытался найти их. Не могу их зацепить. Скал нет. Вот они, гады, резвятся. Кто это? Они же или новые? Опять парочка. На камеру плохо видно, кто это. Может, на мониторе потом можно будет рассмотреть. Поднимают высоко птицу. Вот там аж стоят. Высоко тоже ходят. Наконец-то зацепил я птицу, очень тяжело ловить, стоят очень высоко, но это они уже вынырнули с покрытия, стало их немного видно, высота, конечно, продолжает быть запредельной, не смогу их долго держать, сейчас отдалю, покажу высоту. Вот там где-то. Не дают птице вообще опуститься. Вверх уходят за ними. Также опускаются, выжидают. Попарно 4 штук видел. Птица только вынырнет, они тут как тут. Уходят, поднимаются за ними, опускаются. Постоянно маячат. В общем, это уже не полеты, а действительно борьба за выживаемость. Тут уже красоты полета никакой нет. Из-за вот этих вот товарищей. Посмотрим, как дальше придется их выпускать, не знаю. В планах было октябрь месяц еще прогнать птичку. Теперь даже не знаю.